В октябре Кубань отмечает 75 лет со дня освобождения края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ. Это одно из важнейших событий Великой Отечественной войны, которая приблизила страну к победе. В Сочи расположено 158 объектов военной истории. Все они в преддверии праздника обновлены. А от сочинцев глава города просит должного уважения к памятникам. И мы и через средства массовой информации, и, я думаю, через активы, общественные активы, советы ветеранов, наши квартальные комитеты должны беседовать и рассказывать, что собачка хорошо, что мы ее уважаем и что с ними надо прогуливаться, но есть святые места и надо с малолетства приучать своих детей к тому, что это свято. А свято – это значит, там должны быть только цветы и даже пыли не должно быть. В преддверии знаменательной даты всех ветеранов войны навестят представители администрации, при необходимости окажут помощь в ремонте или бытовых вопросах. Придут в гости к героям и школьники. В городе пройдут 100 памятных мероприятий. Также по поручению главы Сочи Анатолия Пахомова совместно с депутатами городского собрания подготовлен проект о дополнительной мере социальной поддержки. Участники битвы за Кавказ получат единовременную выплату – 5000 рублей.